Это человек убирает вот все вот. Здесь работает 8 человек. Сколько? 8. Каждый день только 8 человек? Конечно. А здесь 4 человека, это нереально убрать такое количество. Вот у нас есть такие собаки, которые имеют такую привычку. Вот он покушал и взял и наложил кучу в миску. Сейчас він з іншим мотивом не аферит, воспитать аси, просим сфачма фермарис, не там карісим кондиціонер. Просто не потрібно, де прям темпінат під умня ловить. Його довго і карі потрібно. Ось так, це най... Я вже сфачим обійсти на некрополе. Ще сентєв інфат, це... Ще... Так, мабау, да, 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 он складку пазнику, ще до мілуйну не перніс, так. Михай, трябва ваші мали, він такой, що є, що кореспонсатор, карі плете, і вони декларати, так, не сделать. Да, можешь нам экскурсию сделать, пожалуйста, маленькую? 10 минут и сказать, что и где находится. Идемте. Почему так много собак вот находится вот здесь, а не в вольерах или куда-то? На субботу. Они живут здесь по многим причинам, потому что очень многие были после болезни. Другие просто поднимаются по забору, вылезают сюда в... на территорию. Сколько вы работаете здесь? Я 3 года. Да. А когда была АСА и делал контроль, были здесь? Когда АСА контролировала? Была. И знаете, какие они нашли нарушения? Сейчас я вам скажу, идемте, пройдемте, там я вам покажу. Вот у нас есть такие собаки, которые имеют такую привычку. Вот он покушал и взял и наложил кучу в миску. То, что нам инкриминируют и говорят везде о том, что у нас происходит очень большое количество убийств собак, ну, смотря кто как понимает. Убийство – это убийство собак. Вот у собака пристрелили, ее отравили или ударили ее лопатой. Собаки умирают по болезни. Самый такой пик болезни у нас – это вторая половина мая, июнь и июль. Это когда клещ. Бабиоз там в течение 2 часов собаки нету. Так что говорить о том, что это убийство, нет, это... 488. А вы знали, что вот некрополь работает без авторизации уже с 2013 года, как минимум. Но вот на этот год нет авторизации. Даже на то, чтобы за собаками наблюдать, ухаживать. И даже нет авторизации для того, чтобы их закопать. Ну, во-первых, авторизации нету у медицинском кабинете, потому что у нас нету врачей. Эту авторизацию получает каждый врач, УАНСы, лицензию на вид деятельности. Так как нету врача, потому и нету. На кого можно выписать? У нас индивидуально врач получает авторизацию на работу. Если бы у нас бы не было бы авторизации на вид работы, как бы мы могли работать? И стерилизовались бы животные у нас. У вас нет врачей сколько времени уже? Год. А есть какой-то контракт с какой-то клиникой? Нет никакого контракта с клиникой, волонтеры помогают оплачивать.